Про друзей. Существует такая легенда, или, может быть, не легенда, что вы со всеми остальными мушкетерами, вы как исполнитель Портоса, со всеми остальными исполнителями других ролей поддерживаете отношения еще со времен вот, работы над первой лентой. Ну, у нас так уж у нас получилось на этом фильме, что мы все действительно стали дружны. Угу. После этого фильма и дружны очень сильно. Но, к сожалению, уже, как сказать, так происходит, что многих с нами нету, некоторых наших друзей. Но мы поддерживаем отношения, да, и с Мишей Боярским, например, мы дружим, и с Веней Смеховым я дружу до сих пор, довольно близко дружим и так далее, хотя Миша там живет в Питере, а я в Москве, но тем не менее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».